длинная-длинная очередь в центре Красногорска. С утра, в выходной. Зачем стоим? Сколько всего записалось человек? Сколько у нас примерно уже записалось? Примерно 80 человек. Все эти мужчины и женщины решили проверить себя, свою силу, выносливость и дух. На межрегиональный турнир по кроссфиту, по-русски этот вид спорта называется «функциональное многоборье», заявиться мог любой желающий. Вы сейчас запишетесь дальше, что будет, вы знаете? Ну, предполагаю, да, конечно. Видела ролик, знакомилась с упражнениями. На старт выходят по 3 человека. Чтобы завершить дистанцию и остановить секундомер, нужно выполнить все 9 заданий. Выполнить не только быстро, но и технически правильно. Любой брак фиксируют судьи, и повторения не засчитывают. 4, 5, 6. У нас упражнения идут со штангой, с гирями, прыжки на тумбу, гребля, жим лежа, рывки гантели, байк, перевороты, покрышки и бёрпи. Предугадать победителя до финиша невозможно. Гора мышц не дает тут никакой гарантии успеха. Вроде поднял штангу быстрее всех, а на велосипеде застрял. А еще запрыгнуть на тумбу надо. Гармония силы и выносливости – вот ключ к успеху. Самое сложное – объединить выносливость и силу, потому что они лежат в разных направлениях. Человек может либо быть сильным, либо выносливым. Наверное, не видели, чтобы тяжелоатлеты бегали марафон, да? И марафонцы никогда не поднимают большие веса. А в кроссфите это как раз объединяется, что вы должны поднимать и большие веса, и делать их длительный промежуток времени. Это суперсложно. Насколько это суперсложно, можно понять, взглянув на участников после финиша. Ну, вроде гирю поднял, педали покрутил, попрыгал. Но у людей, которые, очевидно, занимаются спортом чаще, чем раз в неделю, не остается сил даже порадоваться. Как ощущения, скажите нам? Слушай, самое сложное, аэробайк, монотонность. Остальное это в зале делаешь. Аэробайк тяжело очень, монотонная работа очень долгая. А так приятный кайф. Что самое сложное вот по дистанции оказалось? Терпеть, все остальное легко. Кстати, стартовали спортсмены сразу в 5 регионах одновременно. Помимо Красногорска, еще в Кургане, Архангельске, Улан-Удэ и Ульяновске. В Подмосковье в итоге оказалось больше 100 участников. Если вы обратите внимание, здесь не так много именно профессиональных спортсменов, а обычных людей, которые ведут здоровый образ жизни. Вот. Поэтому мы будем и дальше делать. Это маленькая репетиция. В следующий раз мы делаем больше. А так, самый главный момент, это Министерство спорта Российской Федерации дало нам грант. У них было 2 номинации, либо 5 регионов, либо 43. До 43 пока мы чуть-чуть не тянем. Но обязательно догоним эту цифру. Турнир по кроссфиту превратился в итоге в городской спортивный праздник. Тем, кто пока не решился выходить на дистанцию, предложили посостязаться в стритболе, армрестлинге и даже шахматах. Обычно противопоставляют как-то спортсменов-качков и шахматистов, а здесь все вместе. Все должно быть гармонично развито. Невозможно быть хорошим шахматистом, если у тебя нет крепкого здоровья. А что, давай, может, пока он не видит, у него фигуру так аккуратненько. О. Не. Почему? Не хочется, я не жульничаю. Не жульничаешь? Да, нет, не жульничаю. Так его обыграешь? Так обыграю. Я вон правил не знаю уже сколько съел. Здесь многие даже пришли не сколько выигрывать, а сколько показать себя или посмотреть, насколько ты способен. То есть для себя. Это здорово. Плюс, опять же, я говорю, каждый из них – это пропаганда здорового образа жизни. На них смотрят дети. Это тоже здорово. То есть каждый отсюда все равно вынесет свое. Кто-то медаль, а кто-то просто прекрасное настроение. Чемпионов во всех дисциплинах наградили довольно ценными призами, а проигравших… А проигравших в этот день и не нашлось. Максим Бойцов, Александр Алексеев, Александра Карамаш. Новости 360.